Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Итак, начало недели ознаменовалось ожиданием приезда председателя правительства России Михаила Мишустина. В 20-градусный мороз в Барнауле даже начали класть асфальт. Правда, позже власти заявили, что ремонт дорог с приездом премьера никак не связан. А еще на столицу края обрушился снежный шторм, последствия которого, к слову, оперативно ликвидировали. Во вторник премьер прилетел в Барнаул и побывал в 53-й школе, а также на одном из крупнейших предприятий края, заводе прецизионных изделий. Итоги визита уже подвели власти региона. Попробуем подвести и мы. Я передаю слово Анастасии Драган. Прошло полтора года с последнего визита высокого гостя в Барнаул. И, кажется, жители слегка подзабыли, как это бывает. За неделю до приезда Михаила Мишустина люди начали делиться фото подготовки. 28 февраля на пересечении Попово-Павловский тракт дорожники делали ямочный ремонт. Температура в тот день была минус 20. Другие видели, как подкрашивали дорожные знаки, столбы или остановку. Она, кстати, по дороге из аэропорта в центр. И чисто теоретически Мишустин мог заметить потрескавшийся слой краски. За пару часов до приезда премьера чистили и козырек 53-й школы. Первый пункт работы Мишустина. Волновались и учителя, и ученики. Страх, то, что может все пойти как-то не так. Может быть, премьер-министром хотите быть в будущем? Ну, премьер-министром я навряд ли стану. Ну, хотелось бы что-то, какое-нибудь хорошее место занять. Министр просвещения. Премьеру показали инженерный класс, где работают над проектом развития интернета в Сибири. Мишустина попросили включить школу в программу «Цифровая образовательная среда». У сельских учителей были другие просьбы. Чтобы скорость мировой сети в деревнях выросла и повышать свои навыки, они могли бы даже проживая далеко от Барнаула. Как же быть нам, учителям, которые, ну и земские учителя, и остальные, которые уезжают именно в отдаленные сельские села, населенные пункты, как нам быть с качественным повышением квалификации? Мы создаем сейчас единую систему научно-методического повышения квалификации для всех учителей. Это платформа, Сергей Сергеевич ей плотно занимается, которая позволит в том числе учителям, которые далеко, к сожалению, от больших крупных городов находится, в онлайн-режиме. До 2024 года в Министерстве просвещения стоит треть учителей, которые полностью пройдут переквалификацию. Отпал и еще один вопрос. Продолжит ли программу «Земский учитель», которая хоть как-то помогает привлекать молодежь в сельские школы? Ответ – продолжит. Официальная встреча закончилась максимально неофициальным обедом. И знаете, что он заказал? Что? Унаги-маки? Нет. Он заказал котлету и гречку. Да. После учителей Мишустин поехал к промышленникам. Экономика предприятий, экономика региона – то, что волнует, пожалуй, всех жителей края. Объем промышленного производства вам удалось сохранить на уровне предыдущего года, а уже в январе достаточно существенно нарастить – плюс 5,3%. Завод прецизионных изделий, принимающий встречу, обратил внимание премьера на производство компонентов. В нашей стране это пока, скажем так, в зачаточном состоянии и обрекает промышленников тратиться на импортные детали. Чтобы поставить на поток их российское производство, нужны вложения. В остальном просьбы директоров предприятия сводились к продлению кредитов и субсидий. Благодаря этой поддержке не только наши аграрии могут пользоваться техникой российской, но и заводы машиностроительные тоже. Мы за счет увеличения спроса на нашу технику можем наконец-то приобретать новое оборудование. После Михаил Мишустин встретился с Виктором Томенко. Говорили в основном о так называемой программе выхода из бедности. «Нам она очень нравится», — добавил глава региона. «Миллиард потратили на строительство школы, покупку оборудования, дорожной техники». Программа классная, но только маленькая. То есть, если бы это было не по миллиарду в год, а по 5. Уже без журналистов политик попросил у премьера куда больше вложения, чем миллиард. Томенко назвал 4 крупных объекта, которые сложно реализовать без федеральной помощи. Это строительство хирургического корпуса для онкодиспансера, несколько дамб в Краснощеково, взлетно-посадочная полоса Барнаульского аэропорта и расширение Чуйского тракта. На последний Мишустин уже отреагировал. До 40
3000 автомобилей в сутки идет по дороге. И когда она в двухполосном исполнении, то это очень опасно, некомфортно. Я попросил Михаила Владимировича утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта на период до 2030 года, чтобы мы понимали, что к 2030 году эта дорога в том проектном варианте, который сегодня уже сформирован, будет сделана. Вот таким быстрым был визит премьера в Барнаул. Кстати, за период нахождения у руля края Виктор Томенко видит уже второго председателя правительства страны. Но считает это не фактором удачи, а вниманием федерации к проблемам регионов. Вот, к слову, в начале недели многие горожане задавались вопросом, зачем премьер приезжает в краевую столицу. Но явно же не котлеты, гречки в школьной столовой отведать. Кто-то был уверен, что Михаил Мишустин просто едет на отдых в Горный Алтай. Так зачем все-таки приезжал и что его приезд даст региону? Сейчас услышим экспертное мнение на этот счет. Премьер-министр всего год как у власти, и за этот год все, что он смог, но опять же пандемия вмешивалась, да, он всего-навсего объехал 20 регионов из 85. Поэтому с точки зрения вообще самой логики власти, это было знакомство с территориями, поэтому он приехал не один, поэтому с ним был большой десант министров, которые ездили и знакомились, собственно говоря, с состояниями дел, вверенным им. Весь визит премьер-министра всегда строится с точки зрения исполнения майских указов и затрагивает вот те сферы, которые важны в регионе. И если у нас в Алтайском крае, кроме учителей, он встречался с промышленниками и предпринимателями, это в любом случае та точка роста, которую необходимо развивать, да, но и развивать надо то, что растет само. Все-таки понятны проблемы Алтайского края. Мы в центре континента, у нас большие логистические проблемы с выходами на там, международные товарные рынки. У нас не там, от этого у нас высокая конкуренция, да, и соответственно та промышленность, которая успешно работает несколько лет, да, которая, несмотря на все это конкурентное и на мировых рынках, да, вот, собственно говоря, смотрели именно ее, да, это все равно кейс там, для любых других регионов, для, в принципе, для того, чтобы можно было каким-то образом масштабировать на Россию, там, в Алтайский край. Самое главное, что вот здесь налаживание горизонтальных связей между федеральными министрами и краевыми министром, между премьер-министром и губернатором. Здесь изначально не было заложено оценочное суждение. Мишустин не ехал ставить плюсы или минусы. Мишустин ехал знакомиться с территорией, с людьми и делать некий срез о состоянии. А выводы будут в любом случае выражены в либо там в увеличении каких-то программ, либо в уменьшении. К другой важной теме. Начало свое она ведет еще с конца прошлой недели. Именно тогда дольщики ЖК «Парковые» обратились во все соцсети. Люди, которые строят себе жилье в рамках проектного финансирования, опасались, что останутся без квартир. И основания на то были, ведь застройщик «Барнаул Капстрой» находится на грани банкротства. Проблему на контроль взял губернатор, а накануне в мэрии состоялось совещание, итог которого следующий. Дольщики остались без подземной парковки, но с надеждой получить жилье. Во время рабочей встречи в администрации города ЖК «Парковый» пообещали достроить. Сейчас мэрия совместно с застройщиком «Барнаул Капстроем» прорабатывает несколько сценариев достройки проблемного дома. А устраивают ли они дольщиков, знает Валентина Аскерова. Вон там вот наша квартирка. Мы ее очень-очень ждем. На недостроенную квартиру пока еще смотрят с надеждой. Семья Арефьевых приобрела трехкомнатную квартиру по льготной семейной ипотеке за 3 600 000 рублей в строящемся квартале «Парковый». Жилье в нагорной части города, кругом сосновый бор, свежий воздух. Бонусом – собственная котельная, подземная парковка. Отпраздновать новоселье женщины и десятки других горожан должны были в октябре этого года. Но уже полгода, как стройка заморожена, возмущаются дольщики.
Приезжаем сюда каждый день, и никого нет. Ни в будни, ни в выходные. Мы уже купили какую-то технику даже в квартиру, планировку смотрели, как, что сделать. Планы все строили. Сейчас, получается, все планы нужно менять свои. Мы в однокомнатной квартире на 20 квадратах, вчетвером живем, работаем, ждем квартиру. Ждут, снимают квартиру, платят ипотеку. Застройщик «Барнаул Капстрой», отвечающий за объект, по телефону пояснил, что строительство на Парково 71 приостановлено не было, но работы на объекте осложняют снегопады. Сдать объект успеете вовремя? Не уверен. Вы же знаете сейчас, какая ситуация. Идет человек, идет, раз подскользнулся, руку сломал. Вот мы планировали, что будет тепло, а стали заморозки. Поэтому все... Мы планировали, что будет все хорошо, а целый год уже вот у нас пандемия идет. Поэтому как тут? Гарантию, как говорилось там, Бендер, может дать только страховой полис. Своеобразный страховой полис у дольщиков все же есть. Деньги, которые они заплатили за новостройку, в безопасности. На специальном эскроу-счете. Воспользоваться ими застройщик может только после подписания акта сдачи дома. Сейчас дольщики боятся, что им предложат эти деньги забрать. То есть нас не устроит вариант возврата денег с эскроу-счетом. Что мы с ними будем сделать? Что мы сейчас можем купить на 3 миллиона 600? Ну, наверное, двухкомнатную квартиру. Наша квартира сейчас такая же, стоит на миллион дороже. У нас нет таких денег. Мы не сможем купить такую же квартиру. Недвижимость в стране действительно подорожала, примерно на 20%. Если дольщикам предложат забрать деньги, то юристы советуют попробовать взыскать застройщика ущерб. Придется это прослуживать, доказывать о том, что сейчас за денежные средства, которые они получат со счета, невозможно приобрести аналогичное жилье. Это экспертиза, естественно, рыночная. И пытаться включаться в реестр требований, но это будет далеко не первая очередь. Вот. И реальность получения, ну, скажем так, она крайне мала. Напомним, собственником «Барнаул Капстроя» является администрация города. Именно она и должна искать выход из сложившейся ситуации, пояснил губернатор Виктор Томенко, который взял проблему на личный контроль. Может быть, потребуется субсидировать как-то часть деятельности «Барнаул Капстроя». Если это законом возможно, то, может быть, и на эти цели надо пойти. Все-таки провалы и даже преступления, которые в конечном итоге были совершены конкретными должностными лицами этого предприятия, или уж тем более курировавшими их сотрудниками в администрации города, это ответственность городских властей. Буквально вчера в мэрии прошло совещание, где решалась дальнейшая судьба дома на Парковой 71. Чиновники, застройщик, представители прокуратуры рассуждали о судьбе новостройки. Дольщики внимательно слушали, СМИ навстречу не пустили. Вообще, положительный настрой у рабочей группы очень понравилось, что настроены достраивать. Есть активы у «Барнаул Капстроя», которые они будут предпринимать для предотвращения банкротства. Нам предложили дорожную карту. Поэтапные этапы строительства, даты этого строительства. Сейчас пока точных дат нету. Все зависит от судебных дел. А судебных исков у «Барнаул Капстроя» немало. На застройщика подали в суд дольщики двух недостроенных домов на Павловском тракте. Иски исчисляются миллионами рублей. И поэтому, как именно будут предотвращать банкротство «Барнаул Капстроя» – большой вопрос. Мэрия ответить на него пока не может, но признает, что финансовая ситуация на предприятии сложная. Администрации города совместно с «Барнаул Капстроем» прорабатывается несколько вариантов достройки дома по улице Парковая, 71. Разрабатывается дорожная карта, которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Нами рассматриваются все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье. В ходе рабочей встречи стало известно, что проект на Парковой будут удешевлять за счет подземной парковки. Застройщик уже закупил песок, чтобы засыпать ее и тем самым сэкономить. По стройке сейчас идет решение об уменьшении количества парковочных мест. Подземная парковка будет уменьшена. Идет экспертиза. Изменение проектной документации планируется. Работы по засыпке подземной парковки. Ее будут уменьшать. Чтобы сэкономить, быстрее достроить и быстрее начинать сдавать дом.
Людям пообещали, что рабочая группа будет собираться раз в неделю. А дольщики, в свою очередь, надеются, что с каждой новой встречи появится больше конкретики. И в конце концов им назовут реальную дату сдачи объекта. Нам нужно, чтобы нам как можно скорее сдали наши квартиры. Нам негде жить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе отмечали Всесибирский день борьбы со СПИД. Алтайский край занимает 11-е место в России по числу ВИЧ-инфицированных. На сегодняшний день в регионе ВИЧ-статус подтвержден у 17 тысяч человек. Однако на протяжении последних 4 лет ситуация в край начала понемногу стабилизироваться. С чем это связано, нам рассказал главный врач Алтайского центра СПИД Валерий Шевченко. Вообще за последние 5 лет на территории Алтайского края отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Что это значит? Это значит, что ежегодно мы выявляем меньшее количество случаев вновь заболевших ВИЧ-инфекцией. За последний год, в 2020 году, было зарегистрировано 1700 новых случаев, что на 500 случаев меньше, чем в предыдущий год. В предыдущие годы число вновь выявленных случаев определялось в разбеге от 3 до 2,5 тысяч в год. С чем связано снижение? Ну, это связано в том числе и с нашей с вами совместной работой. Мы говорим о том, что пациент, взятый на эффективную терапию, перестает быть источником для окружающих. То есть это ситуация, когда мы, ну, тот редкий случай, как мы о нем говорим, когда мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Мы позволяем нашему пациенту продолжать полноценную жизнь, и он перестает быть источником для окружающих. Так вот, вот это направление, как максимально раннее выявление пациентов в популяции и взятие их на противовирусную терапию, в том числе отложило отпечаток на ту заболеваемость, которая сейчас складывается. Это первый компонент. А второй – это все-таки наша совместная работа по информированию населения о возможных и необходимых способах профилактики ВИЧ-инфекции. Поменялся пейзаж путей передачи. Если мы даже 10 лет назад говорили о том, что подавляющее большинство случаев ВИЧ-инфекция передается через инъекцию наркотиков, то на сегодняшний день порядка 70-70% случаев – это половой путь передачи. Ну а мы понимаем, что это естественный путь, и контролировать его на популяционном уровне, ну, уже сложнее, но профилактировать передачу таким образом ВИЧ-инфекции возможно. На сегодняшний день проживает с ВИЧ-инфекцией порядка 17,5 тысяч пациентов, порядка 16,5 тысяч состоят на диспансерном учете, ну и подавляющее большинство, более 80%, получают антиретровирусную терапию. Алтайский край входит в двадцатку регионов Российской Федерации, где наибольший уровень заболеваемости. Это сложилось исторически, это сложилось с самого начала зарождения эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, но ситуация таковой пока и остается. А место какое? Можете назвать вот по стране? 11-е. К другим темам. Около 100 миллионов рублей выделят городские и краевые власти в этом году на реконструкцию и развитие парка «Изумрудный». Какие работы планируют начать уже этой весной, а также что может им помешать, выяснял Илья Кочетков. За предыдущий теплый сезон удалось сделать многое. Высадить деревья, проложить велобеговую дорожку, сделать освещение. Помогла народная поддержка и, конечно, финансирование. Если в прошлом году на развитие парка выделили порядка 40 миллионов рублей, то в этом бюджет вырос до 100. Это, уверен руководитель Краевого фонда имущества Владислав Вакаев, позволит сделать новый рывок в реконструкции парка. Наша задача сейчас внутри парка развить хорошую, комфортную сеть дорожек. В том числе есть мысль, желание реконструировать центральную аллею парка, сделать из нее такое современное общественное пространство, сдать ее под ключ с освещением, с лавочками там, и со всем остальным. На аллею потратить планируют порядка 20 миллионов. Как распределят остальные средства из 100 миллионов, пока сказать сложно. Точный перечень объектов и работ пока утверждается и станет детально известен позже. Известно, что появится больше полусотни новых скамеек и урн, спортивные тренажеры, беседки, детская площадка, а также долгожданная площадка для выгула собак. И не только это. И, возможно, лучшая новость для кого Изумрудный особо дорог, то, что сердце парка в этом году будет реанимировано. Речь, конечно же, о пруде. Эта бетонная чаша, сейчас заполненная снегом, летом начнет заполняться наконец-то снова водой.
На пруд потратят порядка 15 миллионов. Увы, по словам Вакаева, полноценное преобразование водоема, включая озеленение островка, невозможно в полной мере, пока не решится вопрос с мостами. Дело в том, что когда-то они оказались в собственности одного из прежних арендаторов. По словам Вакаева, юристы сейчас выясняют, насколько это было законным. В целом, работы планируют начать в мае и к осени завершить. Кстати, 2021 год может стать настоящим парковым годом для Барнаула. Уже на днях пройдет первое рабочее совещание, касающееся парка юбилейного. Фонд имущества совместно с общественниками планирует создать совет по развитию и этого парка и наметить план работ. Такая схема помогла оживить Изумрудный, поэтому, возможно, позволит реанимировать и еще один барнаульский парк. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком». Так вот, о юбилейном. С нами на связи сейчас Владислав Вакаев. Вопрос, конечно, о том, кто и как планирует заниматься преображением одного из старейших парков города, который долгое время находился в запущенном состоянии. Здравствуйте, Владислав. Добрый день, Татьяна. Да, действительно, сейчас горожане объединяются вокруг идеи спасения еще одного парка города Барнаула, парка «Юбилейный». И сейчас создана инициативная группа, которая в дальнейшем, я надеюсь, приведет к появлению общественного совета парка, ну а дальше целого движения, в которое могут включиться все неравнодушные горожане, которые готовы принять участие в работе по возрождению парка. Что планируется делать, я думаю, очевидно. Первое, самое главное, нужно вернуть парк жизнь. Это сделать можно, проводя самые различные события в парке. Это и субботники, это и экскурсии, это и спортивные соревнования и многое другое. Сделать это можно на общественных началах, и я думаю, что мы с этим справимся. Ну а вторая задача, не менее важная, это старт общественного проектирования. Ведь для того, чтобы получить хороший, качественный проект реконструкции парка, нужно провести серьезную подготовительную работу. Провести и исторические, и биологические, и самое главное, социологические исследования. Нужно понять, что горожане хотят видеть в парке, каким они его представляют, какой запрос общественный на парк. Ну и исходя из этого, уже можно будет сформировать техническое задание, на основе которого уже начнется полноценная проектная работа, которая, надеюсь, приведет к появлению еще одного интересного и любимого барнаульцами парка. Спасибо, Владислав. Кстати, любимый многими первый весенний праздник послезавтра. Надеюсь, у всех уже приподнятое настроение. Поздравлять нас мужчины начали заранее. Но это вроде бы и не день рождения, так что можно? Согласитесь, слышать приятные слова и комплименты в свой адрес, получать подарки и цветы мы рады хоть каждый день. Правда, не всегда наши представления о подарках и то, что мужчины дарят, совпадают. Кстати, у представителей сильной половины мы спросили, какие подарки, в том числе самые необычные, они дарят своим дамам. Какой подарок вы считаете лучшим для женщин? Какое-то блюдо собственного приготовления, наверное. Потому что не часто мужчины готовят, а тут вот такое вот. Слушайте, это оригинально. А у вас какое-то коронное блюдо есть? Да, какой-то тортик я делаю. Ну, пинчер, допустим. А вы как считаете? Лучше спросить. А какой-нибудь оригинальный подарок самому приходилось дарить? Приходилось. Не секрет, что? Секрет. А вам приходилось какой самый оригинальный подарок дарить? Сейчас мы вас подставим. Самый оригинальный? Самый оригинальный. Я мясо дарил. Мясо? Мясо дарил. В каком виде? В виде сердца в упаковочке такой. Если бы пришлось, то сейчас, когда я в состоянии, в финансовом, я бы мог подарить. Зачем мне сейчас деньги, если мне 88 лет, мне деньги не нужны. Я бы купил шубу норковую любимой женщине. А какой вы вообще на своем примере видели самый оригинальный подарок 8 марта? Самый оригинальный? За границу там возили. Максимум. Но вы считаете, хороший подарок за границу свозить? Весьма.
Тем, кто по какой-то причине не помнит, откуда появилась в календаре 8 марта, я напомню, немка Клара Цеткин в 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. С тех пор женщины получили право голоса, больше прав на рабочих местах и прочие свободы. Но проблемы у тех, кого принято называть прекрасным полом, и сегодня есть, в том числе, глобальные. В нашем сегодняшнем интервью к 8 марта Андрей Дрейер побеседовал с самой открытой барнаульской феминисткой Екатериной Земляновой. Поддерживает ли она традиционные способы празднования 8 марта, в том числе получения подарков и цветов, ну и вообще, как к этой дате относится? Катя, привет. Привет. Ну и для начала самый простой вопрос. 8 марта для тебя лично, мы сегодня говорим про тебя и с тобой, для тебя это что? Ну, для меня лично, поскольку одна из моих идентичностей – это феминистка, для меня лично это день солидарности женщин в борьбе за свои права. Вот, собственно, этим он и является. Поэтому я немножко всегда тушуюсь, потому что в норме для людей это день весны, красоты, нежности, украшений коллектива и вот таких вот вещей сомнительных. Вот, поэтому… Вот такая моя позиция. Ну а как ты его празднуешь в этом смысле? Женщина, вот ты сейчас сама говоришь, украшение коллектива. Как ты вообще к этой позиции относишься? Женщина – прекрасный пол. Как нужно праздновать? Как ты празднуешь? Ну, смотри, изначально же этот день 8 марта придуман для того, чтобы женщины задумывались о том, какие права у них есть, каких еще можно, да, добиваться и на что нужно обратить внимание. И поэтому, собственно, если этот день для этого был предназначен, то было бы здорово заниматься тем, для чего он был предназначен. Например, что можно сделать? Можно взять всей семьей и посмотреть фильм «Суфражистка», чтобы вспомнить вот эти времена, потому что мы же не ценим то, что мы имеем. Вспомнить те времена, когда женщина не считалась за человека, когда ее труд эксплуатировался, платили мало, трудовой день там был по 16 часов. Да? Ну, то есть это и детей касалось, и женщин, что их нещадно труд эксплуатировался. Чтобы вспомнить, как это было и что мы имеем, и испытать, может быть, хотя бы чуточку благодарности суфражисткам и феминисткам, которые своим трудом, а иногда и своими жизнями, эти права для нас, для всех, а благополучатели этих наших прав, все женщины, да, что испытать. Что еще можно сделать? Можно поинтересоваться вообще фемповесткой, что вообще происходит на этом поприще, что происходит с законом о домашнем насилии, почему он до сих пор не принят, почему его в очень кастрированном виде в Совет Федерации представили. Сколько женщин погибло в предыдущем году от семейного насилия? А я вам скажу, сколько. Порядка 5000 женщин. Понимаете, цветы – это все прекрасно, конфеты, украшения коллектива – это здорово, но в какой день в году нам задуматься о том, что 5000 женщин погибли в семейно-бытовых конфликтах? Может быть, сегодня, а может быть, каждый день. Про это не забывать. Вот. Что еще можно? Поскольку, ну, феминизм – это общественное движение, да, мы занимаемся обществом, его там проблемами, ну, которые связаны с женщинами, можно, например, как вариант, как отпраздновать или что сделать, или как порадовать феминистку, можно порадовать тем, что сделать небольшое пожертвование в какую-нибудь женскую организацию. Например, «Центр насилию нет», «Сеть помощи ты не одна», фонд «Сестры», который занимается, помогает женщинам, пережившим сексуальное насилие. Их много фондов, можно выбрать какой-то, который вам по душе, и чуть-чуть помочь ему. Идеально сделать свое пожертвование регулярно, потому что регулярная маленькая помощь лучше, чем одноразовая побольше. То есть для тебя 8 марта – это повод обратить внимание на проблемы женщин именно сейчас, здесь, в России, сегодня? Безусловно, да, да. А если вот есть часть людей, которые с тобой, безусловно, согласится, но часть людей романтически настроенных, для которых это все равно остается праздник весны и красоты, которые в том числе, часть из этих людей, хотят тебя поздравить. Вот в этом случае, если не отменять подарки, не отметать их... Слушай, ну чтобы меня порадовало, меня вот честно, и как бы все мои друзья знают, что я не люблю цветы, мне кажется, это, ну, такой... очень специфический подарок, потому что тебе приносят трупики цветов, они там стоят неделю, умирают у тебя там на твоих глазах, это вообще не по фэншую. Вот, поэтому, ну, мои друзья стараются либо не дарить мне цветы, либо как-то творчески с этим обходиться. То есть, если они дарят букет, то это букет, там, знаете, вот есть съедобные букеты, там с фруктами, например, там еще что-то, в общем, что-то более практичное. А я, года два назад дарила на 23 февраля всем, кому посчитала нужным, я подарила деревья.
Есть организации, которым ты можешь, ну, тоже небольшое пожертвование перевести, и они в твою честь, как бы, на твои денежки, в честь тебя, садят настоящее живое дерево, которое будет расти, будет жить, продуцировать нам кислород. Мне кажется, это прикольно. Ну, то есть это такой, знаешь, экологический активизм, с одной стороны, с другой стороны, и подарок, и с третьей стороны, это что-то, что там будет годы жить и приносить пользу. Мне кажется, очень прикольно. Спасибо тебе большое и поздравляю тебя с наступающим. Спасибо. А еще на этой неделе отмечали День кошек. Большая часть женщин их обожает и очень любит снимать своих питомцев на видео. На нашу почту пришло несколько видео. Зрители снимали своих любимцев. Один бесстрашно кусает хвост лабрадора. Кто-то обожает игры с хомяком и не только. Но наше внимание особенно привлекли истории двух кошек, которые отличаются от своих сородичей. О них расскажем прямо сейчас. Все драки – лишь элемент игры. Юся никогда не видела своего друга. Она необычная кошка. Когда-то, чтобы спасти животное от гибели, ветеринару пришлось удалить пораженные глаза кошки. Совершенно слепая, она попала в приют, а потом в эту семью. И даже имя у Юси символичное. Означает «Юся Юстиция», то есть богиня правосудия. Сейчас у кошки даже есть не только своя семья, но и аккаунт в ТикТоке. Она буквально за 2 дня выучила, где у нее лоток, где у нее мисочка. Как-то узнала, где какой есть там диван, кровать, стул. Она научилась на это все забираться. Единственное, чем она отличается от здоровых кошек, это тем, что она не может забраться на какие-то верхотуры и там, не знаю, не ловит солнечных зайчиков. А этот котик с рождения отличается от своих сородичей и любит привлекать внимание. Недавно о нем рассказывали мировые агентства Рейтер, CNN. Зовут тигра Витас. И вот почему. В то время, когда он там захотел молока у мамы, он издавал звуки. Ну и потом они все это происходили, эти звуки протяжней, и получились такие песни. Ну, вот такое поведение у него всегда игривое при виде вот нас. Он всегда знает нас всех, узнает и старается тоже наше внимание привлечь, чтобы мы поиграли с ним. Сейчас Витасу и его сестре 10 месяцев, поэтому с ними еще пока можно находиться на таком близком расстоянии. Но пройдет немного времени, и каждый из этих котят будет весить по 300-350 килограммов. И меня наверняка в этой клетке они бы уже воспринимали как большой кусок мяса. Четвероногий Витас и его сестра родились в семье барнаульских тигров Багира и Шерхана. В скором времени малышей разберут в зоопарке, но у жителей города еще есть возможность услышать пение Витаса вживую. А Багира и Шерхан к лету уже планируют новое потомство. И кто знает, какой бой-бенд там еще получится. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Всех мам, бабушек, сестер, дочек с праздником. А у меня на этом все. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд погода. Спонсор прогноза компании «Валар».